сами захотят. И вообще я Уважаемые друзья, мы сегодня открываем замечательную выставку, очень интересную по своей форме, по содержанию и достаточно новую, ну, в обновленном музее. Слово для открытия выставки имеет министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Тумахов Кирилл Петрович. Спасибо большое, дорогие друзья, добрые в зале. И то, что музей сегодня не выставил аппаратуру, говорят, есть скрытый смысл. Но мы еще подумаем о том, что это означало, потому что данная выставка как раз рассчитана на то, чтобы наши мозги от того, что мы будем стоять и лицезреть данную работу, заработали в каком-то другом направлении и смогли придумать что-то новое в этом меняющемся мире и сделали что-то свое, исходя из данной работы. Я рад тому, что два брата, которые сегодня приехали, и автор данной работы, Лискенские, они Чигадуевы, и я с удовольствием их представляю сегодня в зале нашего национального музея. Но бы на нам пошепоч, хотя вот так, надо что его пошел, а же пошептмат, у брата хороший, а бурю пожирать. Долба захожу в Абхарахару на уме хажа в Уйбусура, а вот ты хорча у вас год подвяжу шахма, а маха пода, а вот это зашишу, да ты разрыв хабдиш, долба махазу шахма, всех похудеть вот в Москву, в Яку, хотя ты понял, она такая штука, я почну, хорошо. Уважаемые друзья, я бы хотел предоставить слово Манишу Я просто это музей того сайта снимаю, а я не могу подать сюда, вы не знаете, а я где еще все снимаю. Хочу вот так.
Хорошо, тогда я немножко заглажу свою, так сказать, вину. Достаю слово более уважаемому нашему художнику, Хорошо. Добрый день. Бернард Шоу говорил, что истинное произведение искусства без Святого Духа не бывает. Первое, что я хотел бы сказать, что вот за этими произведениями, за этими, как их назвать, холстами, инсталляциями, что угодно, чувствуется совершенно невероятный дух какой-то, дух, пронизанный болью, сопереживанием, своим мнением, своим обожением к этому сегодняшней жизни и прошлой жизни. И это удивительно, что как вот для меня очень удивительно, как в одном сердце, в одном уме умещается столько мыслей. Эти мысли, конечно, нужно прочитать, эти нужно прочувствовать. Для меня первый раз я увидел, и несколько раз прошелся по кругу, и одним предложением, если это сказать, начнем вышку отпадать. Совершенно невероятный дух в этом теле. И этот дух может, он молод, он полон сил, может совершить много таких совершенно невероятных деяний. Я бы хотел пожелать ему успехов в этом деле. И чтобы вот этот дух, вот этот святой дух, без которого нет произведения, в нем не усяк. Снова. Мы в музее, где фашим рафуама,
Адрес Шала Хазда Абу-Бакр, Эдвард Мазлур, Руслан, Акер Хазда Ама Сухош Джаба, Уилл Дрик, Рита Ашкот, Оксана, Акер Псори Камтама, Сугора Кариша Заухопша, Паскопова, Ава, Псори Камтама Акер, Меляжигар, Куатената. Там пира псо, сигуа пешок папа. Это ячерит хамжия мы нахтеш чонш, фигури мехма кат папа, а араш ячерит сучая скояха за дуалу. Скояш диалоги с вакочину соси, хер по очереди зуджагашон, скояс диалоги с вакочину, цитапо, кавказом ша, сухка, Агуру, Суят, Апича, Тичу, Атана, Калеш, Кокем Сидо. Приоритеты, Сесидешка, Кавказ, Раш, Менеджерача, Хамшиама, Иджири, Идракоченч. Хамфирасо, Феликс, Ира, и командир, Сори, Зевиста, Каролем, Кодиса, Фетю, Пажрукоема, Сагалежа, Сисквер, Сукуиту, Сагаша. А когда вы не работаете, когда музей, я Тамада, я директор, я Кодзика, сори, а когда вы не работаете, вы сквозь зафам ваше финиш. Цели не ваше финиш, ваше финиш. Ограничить вы нашма. Мистер, мы так так джами, говорит он с вами, как горага он, там я обзорю. И через это там я Уважаемые друзья, выставка открыта. Рады вас видеть сегодня и другие дни в стенах Национального музея на этой великолепной выставке. Спасибо.